Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы посмотрим такую игру, как Farm Expert 2017. Давайте выберем карту. Давайте вот эту попробуем. Старт. Так, появились мы на карте. Мы видим... О, он может прыгать. Он может прыгать. Так, мы видим, у нас есть трактор, есть комбайн. И есть, я так понимаю, уже наше поле. Ну, давайте попробуем собрать наш урожай. Так. Прикольненько залазит он, да? Классно. Так. Заиграла у нас музыка. О, даже рычаг, смотрите. Педали работают. Класс. Так. Давайте как-нибудь подцепим это все дело. Отлично. Так, ну и поехали убирать. Поехали убирать. Так. Включаем. Опускаем. Ну и давайте попробуем. Смотрите, как у нас пшеница получается, да? Мы пшеницу убираем. Как она у нас шаволькается, да? На ветру. Так. Тут мы не видим. Бункер, к сожалению, нам не виден. Вот так вот все это выглядит. И мы убираем с вами поле. У нас, получается, есть круиз-контроль. И у круиза у нас есть три скорости. В данный момент мы едем на первой скорости. Давайте вторую. Немножко быстрее он начал ехать. И на второй мы можем тоже убирать. Так. Если включим третью, то получается он будет пропускать. Видите, он пропускает. Если мы разгоняемся, то получается пляши такие. И у нас еще приминание идет, смотрите. Мы мнем урожай наш. Поэтому давайте не будем этого делать. Что-то у нас пипикает. Видимо, из-за того, что мы с вами на большой скорости летели. Какой-то датчик у нас работал, да? Так, ладно, давайте уберем. Бункер у нас заполнен на 31%. Так, хорошо. Разогнались мы. Опять бипикает. Да все, успокойся, успокойся. Так. Ну, давайте, наверное, полоску эту дойдем до конца, и тогда поедем разгрузимся. Так, хорошо. Ну и хватит. Поехали на разгрузку. Ну вон, видите, поле тоже помяли. Ну ничего страшного. Так. Это наш трактор. Выставляем трубу. И высыпаем. О, у нас просыпается все. А чего у нас в кузов-то не сыпется? Так. Попытка номер два. Так, ну вроде мы ровно ставим. О. Соответственно, мимо кузова, если мы высыпаем, то оно просыпается, да, на пол. Так, ладно. Комбайн мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим трактор. Не, ну залазит и слазит он, конечно, прикольно, когда в кабину. Так, вот наш трактор. Давайте залезем в него. Так. Подцепим прицеп наш. И, в принципе, мы можем уже ехать. У нас есть камера заднего вида. Прикольно. Мы видим, что сзади происходит. Можем повернуться, в принципе, посмотреть таким образом. Заполнено, смотрите, индикатор показывает 28%.
Так, и нам надо теперь найти, куда же нам это все дело выгрузить. Давайте пойдем посмотрим. Так, ну я примерно предполагаю, где это может быть. Давайте сюда отправимся. Это где-то вот тут, по идее. Давай. Теоретически нам надо здесь. Ага, высыпается. Высыпали. Ну все, хорош. Так. Это хорошо. Давайте глянем карту. Что у нас на карте есть? Так, у нас есть магазин машин. А давайте мы туда съездим. Посмотрим, что за магазин. Так, прицеп мы бросим тут, наверное, но он нам не нужен. Скатаемся до магазина на тракторе. Так. Хорошо, поехали. Не, тут недалеко получается, 350 метров. Трафика что-то я не вижу, машины не ездят. Мы какие-то одинокие, я бы сказал бы, в этом мире. Ну, педали прикольные они сделали, что педали работают. Тормоз. Так. А нет, смотрите, вон люди ходят. Два человека ходят. Не, больше. Больше, чем два. Так, хорошо. Приехали мы в магазин. А, мы можем даже не выходить. Прямо можем зайти в магазин. Так, смотрим, что у нас здесь. А, так, трактора. Ну, выбор довольно большой, я вам скажу. Что выбор большой. Так, это получается у нас топовый, да? 132 тысячи евро он стоит. Так, это у нас комбайны. Так. Жатки. Интересно. Так, ну это, я так понимаю, собирать кукурузу. То, уже из опыта, да? Так, еще каких-то два комбайна у нас. Так. Ну, возможно, отличия по бункеру будут. Так. По мощности. Ну, в принципе, все как обычно. Так, ну тоже есть выбор. И... для силоса, для... У нас есть тоже комбайн. Так, это у нас прицепы идут. Окей. Смотрите, тоже довольно большой выбор прицепов. Довольно большой. Так. А, и здесь у нас получается, чтобы тюки делать, да? Из соломы. Так, это чтобы перевозить тюки. Хорошо. Подборщики у нас тут идут. Так, понятненько. Так, это у нас плуги. Плуги. Ну, довольно большой выбор, я вам скажу, да? Так, это у нас культиваторы уже пошли. Ага. Что у нас еще есть тут? Так. Дальше. Это сеялки. Смотрите, тоже большой выбор сеялок. Это картошку сеять. Или свеклу. Ну, какой здоровый агрегат. Так. Что у нас здесь? Это удобряшки. Удобрения. Навоз. Можем навозом удобрять. А, как ФСки, да, вот этот комбайн, который удобряет тоже. Специальный. Так, есть такое дело. Дальше что? Так, для картошки комбайн. Ну вот грим даже добавили. Прикольно. Так, что еще есть? Что за агрегат, непонятно. Так. А, это сеять кусты и убирать кусты, да? Косилки у нас тут есть. Слушайте, довольно вот. Это вот сеет.
Мы с вами обязательно посмотрим, как это происходит. Сеют кустарники. Так, хорошо. Что у нас здесь? Тоже какие-то агрегаты, грузы. Грузы. Ворошилки у нас тут. Косилки. Погрузчик даже есть, смотрите. Так, есть моды. Значит, еще можно и моды добавлять, да, в данную игру. Но это большой плюс. Так, хорошо. Это мы с вами посмотрели. Что мы можем еще посмотреть? Давайте глянем на карту. Так. Смотрите, а у нас есть еще ремонтная станция. Мы, кстати, были там, а почему не посмотрели? Ладно, давайте до нее быстренько доедем. Поехали. Ну, заодно посмотрим на красоту. Ох, как трактор колбасит-то. Ну, неплохо сделана игра. Я считаю, что она стоит своих денег. Стоит она $12. Вот, и я думаю, что она стоит этих денег. Это, конечно, не ферма, не FS-17. Вот, но за $12, я думаю, что можно поиграть в такую игру. Так, хорошо. Это у нас, это получается на ферме у нас. Ну давайте вообще посмотрим, что у нас есть на ферме. Так уж и быть, как говорится, да? Так, вот у нас, по идее, какой-то ремонтная мастерская. Или что это такое? Давайте посмотрим, как ее нам открыть. А, они автоматически открываются, отлично. Тогда поехали. Тихо, не закрывайте. Открывайте. Так. Прикольно, смотрите, это как гараж какой-то, да? Так, можем открыть. Починить можем. 1 евро мы заплатили за починку. Техника у нас, значит, ломается, это тоже прикольно. Так. Это мы двойные колеса поставили. Ну, давайте так попробуем поездить. Так, а это что у нас? Это у нас погрузчик. Да, смотрите, мы можем добавить. Это чтобы нам тюки наши грузить. А давайте мы его оставим, посмотрим, как это выглядит. И, соответственно, что-то с двигателем, да, тоже можем делать. Можем делать какой-то апгрейд, получается, нашей техники. Но это интересно. Так. А как нам пользоваться, допустим... Такой у нас трактор прикольный. Как нам пользоваться погрузчиком? А, вот, вот так. Как-то он какой-то резвый он такой. Сильно. Сильно резвый. А как... А, мы просто вверх и вниз можем, а больше никак. Ладно. Так, что у нас здесь еще есть? Что у нас... Есть заправка вон, по-моему, да? Давайте-ка посмотрим, где это находится. Так, где-то вот здесь. А, так это прямо вот тут. Нам далеко ехать не пришлось. Так, а как там заправляться нам? Там же все сеткой занесено. Так. Короче, непонятно. Ладно. Здесь, я так понимаю, это у нас ангар для картошки. Она, по-моему, даже нарисована там, да? Да, вон наша бульбочка нарисована. Так, ну что? Это мы посмотрели. В принципе, мы это с вами все видели и знаем. Сейчас я загружу обучение там, где мы будем садить кустарники. Посмотрим на этот агрегат чудо. И поиграем немножко. Итак, вот наш чудо-агрегат. На этом тракторе мы, я так понимаю, будем работать. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Так, залазим. У нас тоже камера из заднего вида. А где она стоит, мне интересно. Ладно, не суть. О, какой ты резвый, ё-моё. Как? Я что-то не это. А, вот, подцепили. И появляется у нас
работник, который сидит у нас там. А там два места даже. А второе место для чего? Или для кого? Оно какое-то вообще маленькое. Ладно, не суть, поехали. Поехали на поле. Садить, я так понимаю, мы будем с вами кустарники малины. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Так, а где это поле вообще находится? Это поле или не это? Да, это вот это поле. А, ну давайте прямо вот здесь вот и пойдем. Так, ну что? Разворачиваем нашего товарища. И поехали. Мне почему-то кажется, что он не садит, а наоборот, он как-то... А, он туда кидает, видно. Ага. И у нас будут кустарники с вами. Прикольно. А если мы ускорим? Успеешь, чувак, успеешь? Что-то ты как-то медленно работаешь. А если на третьей передаче? Ух, не успеваешь, чувак? Так, хорошо. Ладно, что посеяли, то посеяли. Как говорится. Получается, надо на первой, чтобы у нас кучность была. Так, вот таким вот у нас образом все это дело сеется, садится. Не, ну прикольно сделали, почему? Мне нравится. Так, хорошо. Ну что, друзья, мы с вами, в принципе, посмотрели, как это все происходит, как у нас сажаются кустарники. Давайте теперь попробуем выбрать нашу малину. Итак, у нас есть специальная машина, которая будет собирать малину. Вот так вот она выглядит. Давайте ее рассмотрим. Рассмотрим. Вот такой вот у нас агрегат. Так, ну что, давайте залезем. Так, у нас даже зеркало есть, ничего себе. Прикольно. Смотрите, и камера даже есть. Классно. Мне нравится. Так, ладно, поехали к нашей малинке, которую мы с вами садили. Довольно резвый агрегат такой. Так. Хорошо. Так, и вот наши кустарники, да? Наши кустики. Давайте запустим. Вот так вот у нас там все крутится. И давайте попробуем. О, смотрите, даже листики летят. И вот таким образом у нас эти наши два контейнера наполняются малинкой. И вот так вот все это дело собирается. Но это интересно, это что-то новое. Такого я еще не видел. Это уже эксклюзив. Класс. И получается, когда контейнер полон, он автоматически скидывается. Прикольно. Листики такие летят. Смотрите, мы в камеру тоже можем, да, наблюдать с вами, как мы проезжаем. Опа, скинули. Класс. Мне нравится, мне реально нравится. Прикольный агрегат. Да, это уже что-то новое, это уже что-то интересное. Молодцы. Молодцы. Давайте до конца уже дойдем. Эту полоску. Так, ну что, друзья. Вот так вот. Вот такая вот прикольная машина у нас. Вот такая вот прикольная машина. Вот еще один ящик. И там мы видим малинку с вами.
Оба, мы подвинули. Кстати, если присмотреться, мы увидим, да, здесь что тоже малина нарисована, но не как ягода, как рисунок, но, тем не менее, мы понимаем, что это малина. Не, мне понравилось. Давайте смотреть, что еще нового. А сейчас, дорогие друзья, мы с вами будем сажать свеклу. Мы подцепили уже сеялку для свеклы и поехали. Поехали на поле. Так, где мы это будем делать? А, на нашем любимом поле, хорошо. Так, ну мы приехали. Нам необходимо разложить ее. Ой, я нечаянно вышел. Давайте ее рассмотрим. Ага. Вот так вот это все выглядит, окей. Так. Опускаем. И, в принципе, я так понимаю, что мы можем уже... А, мы можем слаживать, да? Сложить ее, чтобы она более компактная была. Так. И все, и у нас пошла посадка, да? Да, пошла посадка у нас. Ага. Хорошо. Давайте посеем. Идет пыль у нас, когда едем по полю. Так. Так, давайте здесь пройдем полосочку. Интересно, как это все дело будет созревать? Мне вот... Не может же она сразу вырасти, да? Наверное, ростки какие-то появятся, но пока мы этого не видим. Ну и как бы и все. Так, ну нам говорят, что давайте-ка, давайте, дуйте домой. Давайте туда съездим. Давайте-ка мы сложим, чтобы она более компактная была. И заодно посмотрим, как это выглядит. Вот так вот это все выглядит. Прикольно. Прикольно. Так. Хорошо. Выходим с трактора. Так, и давайте наш вот этот агрегат сядем, посмотрим, что у нас здесь. Прикольно. Слышно, что гусеничный, да? По асфальту дребезжит. Так, ну что, нам говорят, типа, езжай на поле. Едем на поле. Давайте посмотрим, как в кабине. О, смотрите, у нас тоже камера. Вот это они, кстати, классно придумали, что можно в камеру смотреть. Уже там что-то крутится, непонятно что. И опять же, ручка, тормоз, да, педали работают. Ну, прикольно, прикольно. Слепит нас солнце, мы ничего не видим в нашу камеру. Так, не прошло и пару минут, и наше поле готово к уборке. Давайте-ка мы попробуем это все дело запустить. Так, опускаем. И, соответственно, и все. А, развернуть нам надо еще, да, его? Ну, все, можем работать. О, полетели. Полетели, смотрите-ка. Наши бурачки.
Или это свекла, я не знаю, что это, непонятно. Неважно, не суть. Главное, что это все летит к нам в бункер. Так. Вот так вот все это происходит. Так. Сколько у нас там? Ну, давайте до вот эту полоску дойдем уже. И потом поедем выгружаться. Так. Все. 48% у нас. Подъезжаем мы к нашему транспорту. И попробуем все это дело выгрузить. Так, немножко мимо летит, но тем не менее выгружается бункер. Короче, полностью мы забили наш прицеп. Так. Ну, классно он, конечно, спускается по этим ступенькам. Вот в ФС-ке тоже надо было бы такое. Так, давайте сядем в трактор. Эу, поехали. Господи, а что это у нас за грязь там такая в кузове? Это что-то не, это не похоже на то, что мы везем. Так, ну давайте посмотрим, как анимирована у нас выгрузка будет. Так. По идее, нам вот куда-то сюда, да, надо выгружаться. Давайте заедем. И можем разгружаться. А выгрузка, смотрите, вообще как будто мы какую-то пшеницу привезли. Так, ну раз мы выгрузку посмотрели, давайте посмотрим, как у нас, как мы загрузят нас. Давайте развернемся. Посмотрим, как загрузит наш прицеп. Вот, допустим, мы приехали. Ага, смотрите, нажмите вот для меню. Нажимаем, и мы можем выбрать, да, картошку. Так, загружаемся. Ну, в принципе, все то же самое получается у нас. А если мы выйдем, будет грузиться? Нет, сразу перестало. Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас игра. В принципе, стоит она $12, и я считаю, что она стоит своих денег. Это, конечно, не ФС-ка, но, простите, она и не стоит $35, поэтому я считаю, что данная игра своих денег заслуживает. Вот. Ну, а я, в свою очередь, говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!